Здравствуйте, зрители моего канала «Сад в городе Уришки». Сегодня захотелось приготовить корейское блюдо кимчи. Я много рецептов просмотрела на ролики на YouTube и на других страницах, и самой захотелось сделать вкусную такую закуску. Для этого понадобится нам небольшой такой и не маленький пекинская капуста, вот такая морковь. Значит, аджика нашла в магазине, представляете, рыбный соус, большая луковица, чесночок, соль и 2 столовые ложки сахара. Сейчас все объясню, как это все делать. Может, что-то сейчас вот будут меня смотреть и будут говорить, что-то я неправильно делаю, да, что-то я не так делаю, да. Столько много рецептов сейчас кимчи, что сейчас люди даже не представляют, какой вообще был изначально рецепт. То есть одни делают так, другие делают так, и всегда очень вкусно. И добавляется еще имбирь. Кстати, у меня они добавляют тертый имбирь, а я добавлю в порошке имбирь. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мы промыли каждый листик, да, вот этой пекинской капусты. Сейчас мы солим, также стараемся, вот прям вот каждый листик будем натирать вот так солью, стараться. Кстати, вот здесь вот серединочку надо немножечко подрезать, смотрите. Вот здесь вот серединочку подрежем, вот так вот, чтобы просолилось. И сейчас все вот это открываем листики и будем просаливать очень хорошо. Мы просолили каждый листик и убрали вот в такую емкость. Сейчас это 2 часа будет стоять и давать сок. Потом мы, конечно же, естественно, промоем его хорошо, да, так же, как и намазали этим, обтерли солью, так эту соль нужно будет смыть. В это время, пока будет готовиться вот эта вот солиться пекинская капуста, мы приготовим вот такие вот ингредиенты, заправка. Готовим, значит, морковку соломкой. У кого есть терка такая квадратненькая, да, конечно, удобно будет терочкой. Мы делаем вот так вот, да? Вот такими полосочками, ну, как морковь по-корейски, такими полосочками. Значит, натерли мы на терке целый лук, головку. Через чесноковыжималку сделаем чесночок. Это мы готовим такой вот соус. 2 стакана воды прокипятим с 2 столовыми ложками сахара. Остудим. Ребята, вода закипает, и добавляем сюда 2 столовые ложки сахара. 2 столовые ложки сахара. Ребята, у меня нет рисовой муки. Еще добавляется 2 столовые ложки рисовой муки. Ну, хотите крахмала, добавьте. Я ничего не буду в свое блюдо добавлять. Просто растворю 2 столовые ложки сахара. В нашу натертую морковь добавляем тертый головку лука, головку чеснока. Аджику сколько вы думаете аджику добавить? Давайте вот так прям, да? Вот так вот. Кто как любит. Вау! Будет прям термоядерная. Рыбный соус. Ну, давайте
Сколько? Не открыли, еще его не открыли. Сейчас мы его откроем. Давайте три. Три хватит. Размешиваем. Еще у нас есть имбирь сушеный вместо имбиря, корня имбиря. Давайте столовую ложку. Кто-то добавляет еще зеленый лучок, там красную паприку сладкую. Ничего в моем рецепте такого нет. Сюда добавим сейчас 2 стакана воды, которую мы скипятили, с 2 столовыми ложками сахара остуженную. И всем вот этим будем нашу пекинскую капусту. Посмотрите, у нас капуста дала сок. Вот это все выливаем, промываем. На половинки еще делим вот так вот. Вот так вот разрезаем. И все будем вот этой вот ингредиентами закуски, которую мы сделали, да, наколдовали. Все это будем смазывать. И вот, мои дорогие гости, подписчики, вот такая закуска получилась. Посмотрите, это все в бульончике. Посмотрите. Под пресс, крышкой закройте, через 24 часа в любой закуске. Хорошего дня вам, приятного аппетита!